Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, у нас с вами мукбан. Всем собирается есть кушать. Приятного аппетита. Давайте это делать вместе. Я так хочу есть. Я сегодня вообще не ела. Утром ела только бутерброды с сыром и с колбасой. И все. Время. Сейчас скажу, сколько времени. Время 6:30 вечера. В общем, рассказываю, что у меня. У меня салат. Огурцы, помидоры, перец болгарский, много лука, заправленный с майонезом. Оставалось... Гречка погрела себе. Думаю, что она вот. Никто ее не доест, кроме меня. Я ее чуть-чуть полила соевым соусом. И вот такие вот, короче говоря, куриные крылья, ножки, хрустящие крылышки от горячей штучки. Это какая-то новинка, могу показать. Это не реклама. Я раньше не видела. Ну, чебопицца, вот эта вот вся история у них, да? Горячая штучка. И это крылья, хотя тут что-то на ноги похоже. Не знаю, не пробовала. Кто пробовал, пишите. Можно поджарить на сковородочке, чтобы они типа хрустели. Но не захотелось заморачиваться, я разогрела в микроволновке. В микроволновке тоже можно. Вот, сейчас будем пробовать. Взяла кетчуп, бургер соус с аджикой, чтобы остро было. И будем пробовать. Мне что-то у горячей штучки нравится, что-то нет. Домой недавно пришли. В шоппинг. Я раньше так любила ходить по магазинам, сейчас сюда уставать стала. Старость. В общем, еве-еве ездили, зимние вещи смотрели. Из всего выросла. Пока только куртку купили. Давайте пробовать. Такая вот панировка. Я не стала, чтобы они хрустели, но просто мне неохота было ждать, на самом деле. Не KFC, конечно. Ну, панировочка, ничего, такая вкусненькая. Можно проще самим дома сделать. Если хочется чего-то такого. Да. Чем это покупать? Ну, в принципе, знаете, вот студентам, там, у кого времени нет, можно и такое. 140 рублей. Я показывала в покупках. Покупки я снимаю на Дзен. Так что кому интересны мои покупки, приходите на Дзен. Вообще я крылья люблю. Ссылка внизу под видео в описании есть. Также можно набрать в поисковике Пучьяна Мукбанг. И найдете меня, звезду. Пучьяна Мукбанг. Так что жду вас всех. Я там фотки выкладываю. Меня, кстати, просили выложить, ну, когда-нибудь фотографию. Не буду вот это колпаться тут с вами. Долго это все. Какой я была лет 15 назад. Знаете, я же как раз-таки привезла все свои альбомы от родителей. Школьные там, школьные и подростковые. 90-х же раньше, помните? Пленки, фотоаппарат Kodak, ну, у меня был Kodak. Пленки, 36-24 кадра. По-моему, 12, да, был? Всякую фигню не фотографировали, как сейчас, все подряд. На телефон, экономили кадры. Ну и вот, я думаю, на Дзен надо будет выложить. Ну, просто сфоткаться с альбомов. Так что, весь эксклюзив в Дзене.
Приходите на дзен. Горячо. Вкусно. Макать никуда даже можно, не макать. Горячая тема. Не остро ничего. Приходите на дзен. Там есть мой образ, в котором я ходила на фильм «Барби». Там мы с девчонками также делимся фотографиями разными. Они мне свою природу присылают. Я им свою еду, свои блюда. Ну, у нас там вообще классно, душевно. Не, есть там? Конечно, залетные. Но без них никуда. Злые. Вкусно. Ну, хорошо, что я не стала поджаривать. Все, я уже наелась. Потому что живот пустой. Накидала. Как вкусно. Вот скажите мне, девочки, у кого есть дети, особенно девочки, сейчас вот уже у меня у Евы такой возраст, когда она убирает вещи сама. То есть я не могу пойти их купить. Ну, мало того, что мерить надо. Плюс она уже хочет сама выбирать. То, что предлагаю ей я, она мне говорит: мама, ну это такой кринж. Я, ну, как бы, конечно, говорю: дочь, может, вот это вот попробуй, может быть, вот это. Просто говорю, померяй, посмотри, может понравится, да? Ну, если я, допустим, вижу, что это как-то, наверное, более удобно, я не знаю, будет в носке комфортно, там, практично. Но если ей не нравится, я не буду сейчас покупать. Вот сейчас выбирали зимнюю куртку. Вот уперлась и все. Хотя можно было взять другую, ну, более, как мне кажется, удобную. Но я не препятствую ее выбору. Вот скажите мне, как у вас с этим обстоят дела? Вот. Я просто знаю на личном примере. У меня девочка или знакомая, как девочка моего возраста. И девочка у меня моего возраста. Она все сама покупает. У ребенка не спрашивают. Нравится, не нравится. Ну, что мама, допустим, посчитала, нужно купить. Померила и купила. То есть ребенок особо сам не выбирает. То есть ему не дают права выбора. Ну. И я как-то даже с мамой на эту тему разговаривала, мама, что-то говорит, ну что вы там купили, вот там ей там то-то, то-то. Я говорю, ну, я говорю, ей не нравится. И у меня мама такого мнения, что, ну, вроде как, надо чуть-чуть поспрашивать. Нравится, не нравится. Покупаю, и все. Ну, я считаю, что это неправильно. Хотя вот мне, по-моему, ну, вот так вот, если я помню, мне покупали именно то, что мне нравилось. Поэтому я не знаю, почему у меня у мамы еще такое мнение. Другое. Вкусно. Я считаю, что ребенок должен сам выбирать, что ему носить. Нет, ну, конечно, если это там совсем какой-нибудь, знаете, кринж. Как так же, как мне Ева говорит.
Естественно. Да. Вкусно. Я постараюсь отговорить. Ну вот, как-то так. Планировка прикольная. Поела? Да хорошо. И все. Думала, сейчас пойду в магазин. Мне так захотелось рыбы соленой, просто вот скумбрии. Не знаю, бывает у вас такое или нет. Ну, прям безумно. Я думала, что я сейчас сниму мукбанг и пойду в магазин за скумбрией. Ну, не пойду уже, все. Отлегло. Вот когда ты голодный, тебе все время чего-нибудь хочется. Чего-нибудь эдакого. Я думала, сейчас пойду наемся на ночь рыбки. Утром отеку. Тебе не девочка уже. Но походу пока уже не пойду. Передумала. Передумала. Ну, я бы мукбанг не снимала, вы же знаете, что я рыбу не снимаю. Потому что я очень... Меня многие спрашивают, я ты рыбу ешь? Да, я ем рыбу. Я никогда не снимаю рыбу. Потому что я очень скрупулезно ищу кости. Еще я заметила, что мне что-то стало не нравиться запах рыбы. Раньше как-то пофигу было. Ну, старость, она такая, не радость. Прям белиссимо вкусно. Поэтому рыбу я не снимаю, потому что кости. В общем, мне пришла идея в голову. У меня еще лежит 6 огромных кабачков. В общем, следующая неделя будет, наверное, неделя кабачков. Кабачковая неделя. Я буду каждый день есть кабачки. Вы готовы к такому повороту событий? В общем, конечно, в разных интерпретациях. Что, я же все лето ела почти каждый день кабачки, ничего. И сейчас буду есть. Давайте. Кабачковая неделя. Как звучит? Круто. Все, я объелась прям. Мне еще гладить надо. Ой, все. Все, не хочу больше ничего. Пить хочу. Что-то пересолила. Опять салат. Все. На этом буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда мне выходит новое видео. Кому не понравилось, дизлайки. Ну, а я, конечно же, буду готовить для вас новые мукбанги. Словашки, обнимашки, ваши Яны. Пока.